Так, купил я себе особняк, ага, походу это он, надо где-то припарковаться, наверное, вот тут возле дома. Так, все, отлично, припарковался, теперь надо зайти в этот дом. Угу, интересно, ого, какой он большой, и что-то он страшный, блин, а почему тут тьма, блин, туман, ладно, что со стенками, чего они пробитые, как будто кто-то с ноги или с руки пробил все стенки. Ладно, надо посмотреть наверх. Тут есть где-то ванная. Ага, походу вот она. И что тут? Все комнаты просто в дырках. Что? Да видите. Ладно, не, надо где-то поселиться. Я не знаю где. Что это за комната? Ага, это большая комната с двумя с дверями. Опа, а это что? Ага, походу это чердак. Ну, блин. Ага, тут у нас есть еще окно. Отлично. Так, у нас тут есть окна. Ладно, я пока что не буду тут поселяться. Я какой-то в другой комнате буду. Так, надеюсь, где-то... Нет, тут слишком маленькая комната. Ну, наверное, поселюсь все-таки тут. Ох, я тут поселился. Так, поставил себе диванчик. Поставил телевизор, шкафчик, в котором есть еда. Так, попозже чуть поем. У меня есть еще ванна, в которой можно лечь. Так, и у меня есть еще вентилятор, который помогает мне, чтобы мне не было жарко. Потому что тут ночи, почему-то туман, блин, и почему-то жарко. Я не знаю почему. Так, не, лучше я факел уберу, потому что еще жарче будет. И у меня тут есть какой-то дружок. Я его нашел на улице, но да ладно. Посмотрим, что с него вылупится. Ладно. А, кстати, надо посмотреть телевизор. Так. И надо себе, наверное, покушать. Так, выпьем сначала. Нет, сначала я съем бургер себе. Так, лучше съем бургер сейчас. Так, и теперь выпью лимонада. О, все вкусное. Теперь я покушал. Блин, всякую фигню показывают по телевизору. Ладно. Так, мне не нужен пока что телевизор. Ладно. У нас вроде бы там я видел, в моем особняке есть, получается, подвал. Надо посмотреть, где это тот самый подвал в особняке. Ага, вот он. Вот так, интересно, тут, наверное, хранились много чего-то. Старые бутылки рома или что, я не знаю. Ладно, в этой комнате ничего, так все комнаты просто пустые. Тут кто-то, блин, пытался прорваться. Что это за дыры, я не так и не понял. Но да ладно. Наверное, просто старый дом, и он просто разрушивается. Но все равно я на один день, походу, тут приехал. Так, тут какие-то комнаты. Так. А что у нас тут еще? Ну все, кроме пола и нету ничего. Может, тут какой-то секретный проход? Интересно. Так. Интересно, что тут? А если мы чуть-чуть там... Давайте тут камин я поставлю на всякий случай, чтобы тут мне холодно не было находиться, потому что всегда в подвалах холодно. Так. Интересно. Так. Больше ничего нету. Так. Обычный камин. А, это кто такой? А, это кто такой? Нет, Cartoon Cat! За мной гонится Cartoon Cat! Не-не-не-не-не, не то. Блин, у меня ни джетпака нету! Что такое? Что за фигня? Он за мной бегает! Так, надо быстро валить в дом. Так, нет, не трожь меня. Так, у меня где-то есть оружие. Блин, он меня убил. Это что за Cartoon Cat? Ё-моё, он сейчас за мной погонится. Так, надо взять оружие, пострелять в него. Так, походу он через... Да, он через сюда бежит ко мне. Блин, он за мной бежит. Так, а если мы попробуем коктейль молотова его закидать? Я не знаю, сработает это, нет. Блин, у меня еще залагало. Так, у меня есть новая пушка. Давайте попробуем в него пострелять. А что, он уворачивается от меня? Так. Я его убил, ребят. Я его убил. Что это было за фигня? Cartoon Cat за мной гонялся? Ё-моё. Вот это оружие. Лучше я его уберу, а то я могу сам умереть. Так, ладно. Надо поставить машину уже и валить с этого проклятого особняка. Потому что, блин, вдруг еще один Cartoon Cat заспавнится. Так, где моя машина? Так, все. Надо быстро валить с этого города. Так.